Ну там 4 титана, еще тут 3. И еще стык. Ну еще 2 бригады, то есть топори винога. Дивизион. Бронзовый у них. Бронзовые юбки. Надо, чтоб мечом все сверху вниз бил там или сбоку, чтобы не... Или тут защитили, или с боков, чтобы не прорубили. А вообще не, ну, типа стрелки. А эти вообще со счетами. Драуги бронзовые. И этот титан. Ну да, дивизион титана, не так. Фэнтези, да. Фэнтези. Надо что-то придумать. Вот так. Не, ну может их догонят. Просто тут снизу идет какой-то отряд. Ну, разобьет. Ну, хотя бы попетляем. Чуть-чуть. Но они обратно все равно вылезут. К нам. Ну, будут ли они куда-то лезть? Не, нет. И вот еще логово. Визард Кинга тут. Вроде Энджел дает. Обелиск. Типа регресс. Вот. Восстановление в бою и после. Как-то вот запуталось. От Витура. Нужен был бы Барт. Барт 2. 120 продакшн. Да, еще 50% продакшн прибавить. Случилось. Или прибавить хэппи. У нас тут везде хэппи, и все равно 50 хэппи. Тут нету хэппи. А вот барда идут. Они долго идут. Они пропустили ход. Ну а ждать без бардов. Мы не полезем на это. Вообще можно немножко углубиться, но просто при атаке, если кто-то вылезет, то он тут. Например, станет и против двух будет. А если так поставить, то не против двух. Ну, может быть. Ну, так они хоть башню защищают, иначе оно взорвется. Ну, разрушит просто. Тут один. Ну, это можно в Валерии. Рисовать что-то. Рыцаря зона тут. У нас пока нечего особо рисовать. Ну там маны какие-то. Можно достать за 120 золота. Чтобы даже это... Что мы зерти тут встретили. Эльф Варлот. Он эльф. Предложим ей 200 маны. Сто двадцать голды. Можно в тур что-то запрашивать. Но тут они что-то редко. А можем вот этот еще
Хелм, которого нету. Самого его, ну, услом. А потом Хелм можно, если он согласится, пришлем Хелм.